Привет. Тихонечко, доброй ночи. Привет, сестренка. Че, все, затащили бандуру, да? Да. Пиздец, здесь целая такая система была, я хуею. Ну, пиццу. Без фойла. А? Без фойла. Пиздец. Она газовая, да? Ну, горит. А, ну, да, водители. Да, да. А, не хуя себе, я думал, газовая. Ой, это надо на горюшке, да? Да. Генератор на горюшке или на газе? А что, есть газовый генератор? Нет? Наверное, есть, но, блядь, мне кажется, газ не бывает. Заебись, хоть не угольный, блядь. Бля, ну было бы здесь. Бля, ты не сильно нахуй сильно говорить? Тебя хуйно, наверное, нет? Я выпускаю. Ой, всем занимались. Дом 2 снимали. Сколько цена тропинки? Почему дерзко? Почему я думаю дальше? Найдем. Где Антон? Антон. Антон, 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 никогда. Антон, депортировали? Нет, у нас же и дискеты на кассе. Антон, Антон, Антон. Здравствуйте. На самом деле я в шоке стараюсь. О, давай пообщаемся. Подожди. Ой, блядь, не на пальце, не наступила. Прости, не матерись. Не матерись, прямо в эфире. Ой, ну не скачивай, подкачивай. О, не хочет. Да я в зале с глупой занималась. Нет, да. А я на блядь, мне палец тут сломан был. Она Галя, Галя ходит лесом. А что за Антон, Антон. Ребят, привет. Привет. Так, что там? О, Мандаванка. Че? Пошлите нам. Не матерись в эфире. Ну, вот это там. Че, кому я давала, я ну, с мальчиком вместе, чего вы несете? Хотела, давала, и что? Он мне нравится, он мне нравится, скоро буду любить. Скоро буду любить. Я влюбилась, че? Да, это, наверное, правда. Реально. Серега, подходи ему вместе. Ой, по эфиру нет еще. Сереж, да, вы всегда вместе с Сергеем, убери. Да молчите. Да я не кричу. Не кричи, Марианна. Привет, Наташ, какой ужас. Прям ужас. Прям не могу. Ну, знаешь, Кристина, вместо того, чтобы... Я вашего Серегу поддерживать, а поддерживаю ее. Антон пришел. Где Антон? Антон, что он туда опять сел? Антон, Антон. Да, парни-близнецы есть здесь кто-нибудь? Что ты, ёпта? Жопские, блядь. Наполовину земляк. Нет, Антош. Знаешь, наполовину... Да, большинство честное. Она хочет поговорить. Мы пойдем, нет, мы хотим поговорить с тобой. Машка, супер, это Кристинка. А Кристина не супер? Кристина! Да подождите, идите разрешать вопрос. Она хочет с тобой поговорить. А Кристина не супер? Сейчас, сейчас. Какие вы классные. Красные. Красные. Да. Давай, брат. Мы бегали, я бегал, они не бегал. Как тебе близняшки? Кстати, Серега меня на свидание зовет. Каждый да, день. Ну, Кристина еще более или менее, Машка, дурная. Я Тарасу не завидую. Привет. Машка, а почему нет, Машка? Кристина лучше. Хотя да, моя сестра самая лучшая, она лучше меня во всем. Габарова нет на островах. Привет, Новороссийска. Привет, Новороссийск. Серег, кстати, я делала опрос, Серег, я делала опрос в своих соцсетях, а мне написали, чтобы я с тобой сходила на свидание. Ну и что теперь, где будем делать? Где мой свидание? Пойдем? Да, прямо сейчас. Целуй мой сейчас. Целуй. Серега, ты клевый. Кстати, мне твой друг писал, как у вас с Машкой. Спасибо. Близняшки, баба.
Маша спокойнее, кстати. Почему-то все думают, что Машка спокойнее здесь на поля... Ой, на острове. На самом деле, да, кстати, Машка спокойнее, я жизни, на перемене. Я бы не знаю, где в Москве. Серег, мне твой друг пишет, что чтобы я тебе приехал. Андрюха. Он мне говорит, как у вас Маша, он говорит, что ты молчишь, и она молчит, Сигарифик, и спрашивает меня, как у вас там. Порядочные люди, которые работают, у них даже нет времени сидеть на шоу. Новая пара. Слушай, тут есть такие люди, такие зарабатывают деньги дома, идут сюда, и бизнесмены, или умные люди. И даже у нас Витя снимался в кино с Арнольдом Шварценеггером. Тут все достойные люди, кто недостойный, тот уходит. Новая пара, нет. Как у вас дела, чем занимаетесь? Ой, живем, любовь строим, что мы тут только не делаем. Привет, красавчик, приезжай в гости. Что вам дадут, нет, девочки? Мариана, вам дадут, Машу вам дадут? Машу, пошли искать. Так вам дадут? Да, дадут, скажите. Я не знаю, я не вижу. Привет, передай Вике. Короче, мы покупали бумажку, Вика, блин, ты можешь не выражаться прямо? Привет, Вика, Зубко. Привет всем подписчикам Сереги, всем привет. Умные люди туда не пойдут. Умные люди. А, кстати, я вам хочу сказать, что Серега похудел. Серега очень сильно похудел. Он правильно питается, каждый раз бегает, кстати, не пьет, не употребляет. Привет. Серега молодец. Серега, ты похудел? Возможно. Я думаю, нет. Да, да. Я похорошел. Но не похудел. Серега похудел. Не похудел. Да похудел, нам виднее, Серега. А мне нельзя подключаться на прямых эфирах. Ну, в Кубани. Привет, племяшу передавай. А ты сам откуда, Серега? Краснодарский край. Вы красивый. Спасибо. Да блин, ну вы только не пишите. Ты там на раз-два. Да нет. Проект из Крупской. Привет. А, привет из Крупской. Как дела, солнце? Забирай без нашего домой. Серега, поехали домой. Серега, когда домой? Не скоро. Ты откуда сам? Выселковский район, Краснодарский край. Хорошие близняшки, но матершинницы. Как так? А, сам там. И похудел, и выглядишь хорошо. Спасибо. Хеллоу, Серега, где твоя любовь ходит? Не знаю. Я бы сделала тебя счастливой. Мы жаль, что не решили идти на проект. Это жесть. Ну не спорю, не каждый выдержит наш проект. Это Кристина, я вам сказала. Да, какая интересная собеседница, Маша, по-моему. Да, это Кристина. Да я Кристина, ребята, под ним пронутаю. Я Кристина. Как себя, она мешает. А что на нем растет? Я уйти? Сережа, все, сиди. Сережа, все равно вам. Советую, как вести сюжетную линию. Нет. Конкретно Крупская. Ладно, тебе тоже. И привет там свёкру твоему. Я бы не бухаю. И не... Спалили, короче, взяли. Ну, реально они сделали там. Нет, свекруха и свёкру. Я бы бухаю, но... Не знаю, как дела, хорошо. Да это племянника девчонки. Пацаны с Новодонецкой спрашивают. Короче, ребят, вы там общаетесь? Вот нам дали два графина, приходите. Один графин нам. У нас человек это был. Телефоны, мы всегда порадуем. Без диалога. Долго будешь в эфире, не знаю. А, уже поздно. Ну, покажите. А, уже нет. Уже все выпил. Просто ли дура? Почему Кристина без телефона? Еще им не давали, я взял раньше. Ой, блин, не разобрать прости, вас. Прости, я сама себе наступаю на пальцы. Кстати, вы прекрасно смотритесь и общаетесь. Да я скучаю, я очень прошу без стройте презентации. Отношения. Мы ждем, пока нам нажмем. Ждем ответа. Не знаю. Да. Витя сам похож на Шварценеггера. А если бы дорогое? Ему с ним и не нужно сниматься. Не знаю, мы попросили. Мы специально бы... Сложно быть на проекте, когда вас постоянно контролирует вашу личную жизнь. Наоборот, мешают отношения. Потому что я тоже ну, я не скажу, что здесь рай, но жить можно. Это проверка самого себя, построение отношений.
мне как бы нравится Кристина, приятная девушка, да. Да, да, да. Ты знал, кто лучше может быть. А круче, когда шел здесь в Куряшкино, она уже... Да, здесь рядом Сережа с Троицкой, Кристина. Неужели она ушла, голос, жесть, противный у нее? Ну, как каждый керач сюда там сразу. Виноградные напитки иногда разрешают. Привет. Там где нам такие дают, почему? Привет из Выселы. Привет, Выселы. Нет, вот эти вот таки, вот сколько я буду, один бутыль, два. Следующий день было бы побольше тем, да? Да. Когда мы тоже будем. Элементарно, моя драка с каким-то Тарасом. Маша, бери бокал. Да. Мы решаем вопрос с волшебными напитками. Виноградными. Нет, мальчиком бить можно. Я смотрю на Васю. Я Валеру убила, но на лоб. Что делать? Я так хотела его. Что делать? Боюсь, что... Не жалко. Ребята, вообще... Не обращай внимания, когда остро кроет. Никогда. Что вы не хочу даже говорить. Грустный какой. Да не грустный, уставший, бегал сейчас. И я встану уже. Устроить свидание, да, как каждого. Я занималась и обойдутся. Эй, обойдутся. Мне каждый раз завершится. Привет. Ну, ты ж выделась. Что за люди на заднем плане? Что за уродина на заднем плане? Люди. Кристинка близняха. Привет. Привет, Сережа. Вы можете знакомиться в соцсетях? А у Сережи было такое? Могу, но никого не зову. Если кто-то хочет прийти, тот приходит. Кристина спасибо. Хорошенькая. Но опять Машка она, лучше. Соска крутая. Комплимент. И соска. Это нормально, молодежь так общается. Пацаны. Я была согласна. Тебе не было? Ты бежишь, молодец. Потому что она начала вернуться. Не знаю. Я была согласна, потому что если у меня тяжело с русским языком, то вот когда даже с Миленой Галинская, если у меня все заканчивается слова, материться-то я не имею права, и она меня продолжает оскорблять, и, конечно, я буду бросаться. Ну, у меня такое, я не знаю. Я знаю, что это неправильно, но я буду. Я а что за микрофон? Наверное. Или тоже там я оскорбляю, я тоже... Подожди, а кто за микрофон? Через сколько можно тебе набрать кого-то? Я начинаю кто-то истерить, потому что я уже поеду там и все. Я буду спокойно. Не знаю, заяву. Серега, мы же станичники. Ну, Сорока провокатор, как ты ждёшь. Серега, ты крутой, спасибо, мне очень нравится. Один участник, но проще сдохнуть, чем прийти под камеру у меня. Серьезная работа, статусная семья. Я не пойму, а кому ты хочешь? А что пораньше, мне привет, ты классный, спасибо. Конечно, он очень честный, он очень умный, это мой друг. Это самый близкий товарищ на проекте. Передай привет Витя Зубков. Витя Зубков, привет. Шевели девчонок, там участвуй. Безус необычный чувак, вот ему в фильмах сниматься. Спасибо, что выбрал себе хороший. Отнялись после времени, реально после времени у него эти позы, что он реально лезет. А если не лезет, нет? Ну да, она лезет. Саня, вот ты пропаешь, что она наша. Привет, как у вас погода, сколько сейчас времени? Привет, привет, Оля. Погода у нас хорошая. Время на час позже, Сереж, через сколько набрать? Не надо мне набирать. А где ты вообще номер выдел? А где микрофон? Во сколько их снимаете? Во сколько камеры выключаются? Никогда камеры не выключаются, микрофон снимаем перед сном. Мой микрофон взяли в ремонт.
Антошка. Вот честно, как нету? Антоша, ну как так? Нет. Нам сказали нам вернуть нашу бутылочку. Привет. В смысле, это была наша бутылочка винишка? Так это наша бутылка была. Нам сказали, что мы можем забрать ее, когда захотим. Сережа, я переписывалась. Так, ты поэтому не хочешь? Да. Иисус. Она и Маша. Молодец. Камеры у вас. Телефоны. Да, где взяла, там уже нет. Как-то... Оленька, как раз из-за тебя я не собираюсь созвониться с другой девушкой. Да, я. Тебя а, понял, все еще. Там не смотрю, все. Нет, Сережа. А пираты? Я не могу быть пиратом. Я прям боюсь на них смотреть. Со всеми дружим. А тут рядом эти истории, я помню даже в мы... Сережа, привет, Юля, привет. Я помню, там, ну, Роман рассказывал. Говори громче. Передай привет Виталику Павленко. Виталик Павленко, привет от Сереги с Кубани. Дом 2 Форева. Оленька прям же, да, ты в тот раз говорил. Качайся дальше. Пошли. Так дела отлично. Морвушка с Олегой. Да, привет. Вот ты похож на чистокровного русского, остальные нет. Спасибо. Сергей, вы классный участник. Но вам надо больше. Чтобы вас чаще показывали. Ничего покажут. Серега, Кристина, хорошая постель. Серега, Кристина, хорошая постель. Нет, не знаю, что за вопросы. Близняшки, пусть привет. Привет, привет. Всем привет, близняшки гуляют. Серега, ты самый клевый, там самый обычный, честный, без всяких игр. Спасибо, тебя прям впаривают. Ольг, в смысле впаривает? Привет. Серега, скажи, пожалуйста, Стивен, спокойной ночи. Дорогая Стивен, спокойной ночи. Вот они, хабалки, стрёмные там они, девушки. Не вам судить, каждый по-своему себя ведет. Я считаю, что они ведут себя очень плохо. Серга, я боюсь прийти к Алексею на проект. Мне кажется, что разве идет меня ради популярности? Он же риэлтор, ему нужны продажи. Да нет, вы что, Безус вообще тоже парень хороший. Ничего не думайте, приходите. Погода отличная. Серега, ты... Нет. Близнецы шумные такие, да. Они как в лагере. В чем его паривают? Привет. Ты... Ой, как ладно. Спасибо за комплимент. Потом скажу. Не пей, не пью. Амалика, скорее всего, ты меня... Разведешь, он без тебя популярный. Где? Ты похож на Должанского. Нет, я похож на Расторгуева. Так ты сразу говори, раз начал, Оленька. Ты лучше бы на вопросы отвечал, а не читал. На какие вопросы? Привет, привет.
с кем из девчонок хотел бы строить отношения. На проекте ни с кем. Есть одна девушка, которая, может быть, ко мне придет. Юля еще не уехала? Нет, Юля здесь. Что у тебя в руках? Украшения. Серега, спасибо вам, вы меня немножко успокоили, а то я очень боюсь, что там большинство пиццы. Амалика, не, все хорошо. Не ври, не вру, что ж ты, Оленька, не идешь к нему, а я вот собираюсь, как великий Сереж, хорошо, привет, Нинка, вот к тебе бы я с радостью пришла, мне кажется, ты точно не обманешь, не, Безус не хуже меня, я вам серьезно говорю, Сережа. Вы тщательно Маша, собираетесь. Это раз. Завтра у вас подъем 8:30 на электро. Привет, Новодонецкая, передай. Привет, Новодонецкая, привет, Бурсак, привет, Александронецкая, привет, Крупская, привет, Новороссийка, привет, Бузинка. Привет, Первомайка, привет, Бесюжок, привет, Новобейская, привет, Газырь, привет, Рожеха, привет, Тихорец, привет, привет, всем привет. Как на доме 2? Отлично. Как там Ряска? Сейчас ее показываю. Нормально, Ряска. Хотел бы уйти? Нет. У тебя подъем опять рано? Нет, завтра не рано. Задание дали домашней Тарасу. Нет, завтра им просто подъем, съемка интро. Это видео, когда показывают там такое красивое видео. Это не задание. Кто это говорил? Ведущий, привет, Питер. Привет, Питер. Подъем 8 часов. Это у них. Не хочу я с Ряской связываться. Оксана, Ряска с Алексеем сейчас, они не пара. Привет, Сереж, не обращай внимания на завистников и плохие комментарии. Ты молодец, смелый, искренний, настоящий. Спасибо. А вас всех одинаково поднимают утро. Ну вот, поднимают несколько людей для видео. Тихо, мне помогает. А остальные почти. Нет, я, конечно, понимаю, что помогает, но как бы... С Маргошкой, конечно, общаюсь. Ты смотришь, чего там. Марго, позвони тогда. Зачем? А вы сами себе готовите или вам? А здесь готовят повара. Очень вкусно. На поляне сами готовили. Ну, можешь сам приготовить, если есть жена. Покажи. Покажи Юлю. Олю. Олю будет такая же, как Галя. Нет, не такая же. Господи, ты ты прелесть, единственный человек, который помогает людям. Спасибо. Ждешь молодых девчонок там? Ждешь молодых девчонок там, по-моему, красивые девчонки, тебе хотят идти. Амалика и Любовь. Амалика это хочет без суеты. А где Марина с Капой? Да, Ир, тут где-то гуляют. Сколько у вас времени? На час позже, чем в Москве. Далее конечно стерва, а то пришла тихоня. Ну что, домой пойдет скоро. Нас не проведешь. На поляну хочешь? Нет, на поляну не хочу. Амалика любит добрый и честный людей. Алексей и Сергей два достойных человека. Да, еще Витя тоже достойный.
Ира, привет. Сестренка, о, от Оли тебе привет, смотри. Здравствуйте. Если моя семья после этого откажется от меня, я не виновата, не откажется. Ты не перестаешь верить девчонкам, молодец. Надеюсь, и к тебе придет хорошая, искренняя девушка, и будете счастливы. Искренне тебе желаю. Спасибо большое, Нина. Ой, ну да, Нина, Башко. Спасибо вам за ответ. Да не за что. Привет, Оленька. Ну, два дрыща стоят без понтов. Ну чё, малолетки? Ты чё, страх потерял, что ли? Вы как со старшим... Ты в эфире? Вы, да. Вы как со старшим разговариваете? Какие девки? Пошли вон отсюда, уроды. Привет. Это Тарас, это Валера. Ничего себе, чё может парень? Чё это толку? Всё потому, что он выпил. Ну, потому ещё что раз, еще раз. Он больше ничего не может. Да, на самом деле, на самом деле очень скучно на острове, мы просто-напросто сходим с ума. Валера ковыряет Мариану и говорит, что ему скучно. Ты охуел так говорить? Где красивые девушки, когда вы к нам приедете, когда вы будете строить отношения с нами? Блин, где девушки с нормальным культурным уровнем, умные, красивые, хорошие, с хорошей семьи? Почему присылают всяких фриков непонятных? Это телепроект? Дом 2, он про реальные нормальные отношения, ребят. Хватит уже заниматься фигней. Да. Что там пишет? Быстрее бы, а то бесит, прям пришла через тебя и обман. А, это про Галю, про Галю. Да ладно. Ну, естественно, а кто тебя еще обманул? И еще. Да, так, дочь, хорошо. Серега, выходи в прямой эфир каждый день. Постараюсь, молодец, Валера. У Валера только прыгать умеет, а мозгов нет. Валера гуляет. Валера профессионал. Валера гуляет от Сереги. Сейчас получишь. Валере голову себе. Че там умный, красивый, стесняется? Умный, красивый. В смысле стесняется идти сюда? А что не стесняется? Тут человек раскрывается как личность. Либо психически едет. Вот, приходи, Люба, к Тарасу. Я разрешаю. Спасибо, да я вкусно тебе симпатяшку. Привет всем, привет. Галя бросила Серегу. Я ее бросил. Ну или Серега ее бросил, там непонятная ситуация произошла. Галя пошла лесом. Да, да, я слышал, что я безумно благодарен телеканалу ТНТ или хейтерам, которые разместили обо мне эту беспочвенную информацию. Привет, блин, раз. Меня поддерживают, меня обсуждают. Вообще, ребят, черный пиар тоже пиар, поэтому спасибо. Нет, знаешь, за каждого можно найти какую-то какашку. Тарас вроде нормальный. А, да, блин, мне придумали. Я, кстати, это. Думаю, чтобы он мне помог дом продать. Я учусь в МГУ, у меня норм, посчитаю дуры проституткой. Если ты зависишь от чужого мнения, то, ну, слушай, это твои трудности есть. Если ты хочешь сюда приходить, если ты хочешь встретить мужчину, то приходи на проект Дом 2, у тебя это точно. Нет, ты придешь и покажешь, какая ты настоящая. Никто тебя не обвинит в том, что ты эскортница или какая-то ШБ. Молодец, Серега. Серега только что рак не нарезал. Мария, слушай, да, я нормально чувствую себя на проекте, в принципе, изначально, да. Была какая-то такая ассимиляция, было немножко трудно, но мы его поддержали. Коллектив на самом деле очень крутой, несмотря на то, что они засаживают постоянно. Несмотря на то, что он живет в туалете. Да нет, живу на кровати. Не, ну после вот, кефира. Очень круто. Привет, привет, Глушко, привет. Здравствуй, отлично. Я бы сразу познакомился. Все, бегут, бегут все за телефонами, быстрее. Тарас даже бросил меня и побежал за телефоном. А, Тарас, ты отличный парень, я бы с радостью знакомился. Ну, пишите ему в личку. Давайте. Они, да. О, как разрешение. Тарас, да? Тарас нормально все идет. А ты откуда интернет? Чувырла? С Wi-Fi. Я хочу сказать, что ты хуеплёт конченый. Да не матерись в прямом, придурок. Чё? А то я тебе голову отобью. Блять, прямой, не прямой? Вот как вы думаете, мне Вите дать по голове или пусть живет? А как они думают, я жив или дать по голове попытаться? Давай, иди куда шел.
Я тебя не задержу. Так, так, Чили. Так, а какие психологические трудности, Серёж? Ой, некоторые тут умирают, особенно девчонки с интеллигентных семей, которые все видели, никаких трудностей в жизни не преодолевали, конечно, им сложно. Молодец, так держать, спасибо. Спокойной ночки, пока, пока, привет, милый человек, привет. Пусть живет, хорошо живет, пусть пока. А по телеку почти все не матерятся. Но это как бы да, просто слава Богу. Да вот потому и мы отделиваем наш любимый проект. Мы не хотим видеть тут искорниц, шабе и подобное. Мы хотим за искренние отношения. Так что приходите, хорошие девушки, искорниц не приходите. Да и да, пожестче. Пожестче. Остров уже не интересен. Это горилла вон с проекта. Ну ты не обзывайся, это очень умный человек. Это актер, снимался даже с Арнольдом Шварценеггером в Китае. Ты выживет. Ты выживет. Тут выживет только тот, кто готов орать и быть грубым. Нет. Нет, тут можно и умным быть, и высказывать свое мнение. Не обязательно орать. Ты хороший, спасибо. Оленька, а ты смотришь, что мне пишут и как я отвечаю, да? Ты уже... Да, ты хороший. Ну вот. Валера странный стриптизер. Возможно. В ролике его снимался. А я не знаю, он дрался, по-моему, с Шварценеггером. Зайдите к нему на страничку. Вы видали, кто пошел? Отгадайте, кто это? Спасибо тебе за ответ. Да не за что. В роли кого? Карина. Лучшая роль второго плана. Слежу, слежу. Не надо за мной следить, надо приходить и быть со мной.